Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Олеся Корецкая. Мы работаем в прямом эфире. Коротко о главных темах дня. Самарцы в ожидании ждуна в 3D. Студенты Политехнического университета налаживают производство фигурок популярного интернет-мема. Выезд из города необходимо сохранить. Как будет организовано движение по Южному мосту на время ремонта? Она уже здесь. На тест-драйв на Самарской улице вышла сложная пылеуборочная техника. Большая весенняя уборка начинается. Гости с Урала. Самару посетила челябинская делегация, чтобы обменяться опытом в строительстве жилья. Самарский взгляд на жизнь через объективы фотокамер. Из сотен работ на самарской фотовыставке выбрали лучшие. Основную работу по подготовке к чемпионату мира по футболу в Самаре закончат в этом году. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал на итоговой коллегии Министерства транспорта России. Доклад касался готовности дорожной инфраструктуры региона к проведению игр ЧМ-2018. Продолжается строительство мостового перехода Фрунзенский. Ведутся работы по реконструкции магистралей стратегического значения Волжский аэропорт Курумыч и Московского шоссе. Модернизируется дорожная инфраструктура вблизи стадиона. Впервые за годы строятся новые автодороги «Арена-2018» и «Дальняя». Ведется строительство трамвайной ветки протяженностью 2,5 километра и ремонт дорожного полотна на улице Ташкентской. Особое внимание глава региона уделил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Николай Меркушкин подчеркнул, что эта задача становится еще более актуальной в связи с трагическими событиями, произошедшими в Санкт-Петербурге. Самарские ученые работают над проектом мегагрантов правительства России для оборонного комплекса. Об этом губернатору Николаю Меркушкину рассказал Владислав Блатов, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению. Статья самарских ученых была опубликована в авторитетном журнале Nature. Это говорит о высоком уровне работы специалистов центра. Его сотрудники активно работают с коллегами из США, Индии и Италии. Из 27 человек треть – молодые ученые. Губернатор отметил, что все перспективные исследования ученых будут получать поддержку со стороны правительства, а с открытием Гагарин-центра для них будут созданы максимально комфортные условия. «Для нас главное – результат», – подчеркнул губернатор. Технологии послезавтрашнего дня. В Самарском техническом университете готовится строить здание на Луне. И для строительства будут использовать принтер. Начали с малых форм, напечатали популярного в интернете ждуна. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого, который сидит на стуле в комнате ожидания. Придумала его художница из Нидерландов Маргарет ван Бреверт, и образ очень прижился в нашей стране. Как же напечатать ждуна, выяснила Марианна Мирная. Посуда, сувениры, шахматные фигуры и многое другое можно просто напечатать на 3D-принтере. Технология экономит время, деньги и позволяет производить единичные экземпляры. И для этого не нужно громоздкое оборудование. Деталь, патрубок. Их требовалось для отладки производства, запуска изделия всего лишь 6 штук. Для того, чтобы сделать 6 штук, нужно сделать, по сути дела, если по технологии, достаточно дорогостоящий комплект оснастки. Вот. Мы обошлись дешевым комплектом оснастки, который был сделан на основании вот модели, рассеченной по оси симметрии. В канун 1 апреля или Дня дурака на кафедре литейной технологии решили пошутить и напечатали на 3D-принтере популярного в социальных сетях героя – ждуна. Шутка пришлась по душе и в университете, и среди самарцев. Но мало кто понимает, что забавная фигурка – это технологии послезавтрашнего дня. В университете уже сформирована специальная междисциплинарная группа для создания лаборатории 3D-печати строительных объектов на Луне. Коротко, в чем прелесть этого? То, что не везти кирпичи с земли или строительный материал с земли, как предполагалось, а отправить туда принтер и из лунного грунта печатать кирпичи и собирать в сборные конструкции, что, конечно, будет экономичней, потому что килограмм груза, выводимого на орбиту, стоит не 1 миллион рублей. Любую фантазию можно воплотить в реальность. Достаточно нарисовать на компьютере объемную модель готового изделия, определиться с материалами, пластик, металл или даже бетон и нажать на кнопку «Пуск». Чтобы сделать одного вот такого ждуна, необходимо 20 граммов пластика и 3 часа времени. Из одного килограмма пластика получится около 37 или 40 таких фигурок. Пока их в университете находится только 3, но в скором времени обещают, что наладят серийное производство, и каждый желающий может заполучить себе такой сувенир. Марианна Мирная, Сергей Баскин, «События».
Масштабный ремонт и минимальные неудобства для горожан. Организация движения в связи с частичным закрытием на ремонт Южного моста в центре внимания городских властей. Прорабатываются все возможные варианты перераспределения потока машин и пассажиров общественного транспорта. Это объездные пути, электрички и даже переправа по воде. Наиболее рациональные пути обсудили на совещании в мэрии Самары, участниками которого стали представители Министерства транспорта, ГИБДД, железной дороги и речпорта. Капитальный ремонт Южного моста стартует уже в середине следующей недели. Впервые за 40 лет проведут столь масштабное обновление. Ремонтировать будут все, от опор до бордюров и асфальтового покрытия. Конечно, некоторые неудобства автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется потерпеть. На время ремонта закроют половину Южного моста. Для движения останутся только две полосы, по одной в каждом направлении. Грузовой транспорт на мост не пустят. А пассажирам автобусов нужно будет делать пересадку в поселке Толево и идти пешком до улицы Промышленной. При этом платить за проезд придется только один раз. Автобусные маршруты, все, которые в южном направлении у нас двигались, мы предусмотрели, также вот и Министерство транспорта, межмуниципальные маршруты тоже будут следовать по укороченной схеме и с пересадкой после пешего перехода будут осуществлять перевозку своих пассажиров дальше по маршрутам. Пассажиру не нужно будет платить дважды за вот эту пересадку. С перевозчиками это уже оговорено. Городские власти рассматривают все варианты, как минимизировать неудобства для горожан. Так, между Новокуйбышевском и Самарой будут ходить 7 дополнительных электричек. С учетом уже имеющихся составов будет 17. Рациональный вариант нашли и для дачных перевозок. 7 маршрутов автобусов, которые раньше отправлялись с автостанции «Аврора», теперь поедут от Хлебной площади. Такой вариант будет самым экономичным для дачников. Прорабатываются варианты организации автобусов от железнодорожной станции «Красный Крыжок». Во всех местах, где изменится схема движения, установят информационные аншлаги. Ситуация непростая, значит, надо всем потерпеть. От наших совместных усилий зависит то, как люди воспримут и как они это лето, с каким настроением проживут. Поэтому, пожалуйста, максимальные усилия, максимальное внимание, максимальная ответственность от каждого из нас. С учетом того, что через Южный мост будет проходить большое количество людей при пересадке на автобус, глава Самары Олег Фурсов поручил подрядчикам организовать дополнительную охрану объекта. Завершить масштабный ремонт строители должны в октябре. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Готовность номер один. Службы благоустройства и ЖКХ демонстрируют спецтехнику. Тракторы и погрузчики, самосвалы и мини-машины будут брошены на защиту чистоты и порядка на улицах города. К напряженной работе готовы и дворники. Марина Матвейшина продолжит. Она грязи не боится. На тест-драйв в Самару прибыла пылеуборочная машина элеваторного типа. Свое серьезное название техника оправдывает возможностями. Она способна убирать с дорог слежавшуюся за зиму грязь, даже если слой ее достиг 5 сантиметров. Вместе с пылью в бункер отправляется и мусор, который дорожный пылесос втянуть не может. Раньше нам необходимо было ставить погрузчик, людей с лопатами и вручную это все убирать. Сейчас при средней скорости 3-5 км в час у нас производительность повышается в десятки раз. Погрузчики, тракторы, самосвалы, почти 150 единиц спецтехники сегодня выставляют на площади Куйбышева. Ковшины очищены, щетки взъерошены, дворники вооружены метлами и граблями. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет готовность служб ЖКХ и благоустройства к генеральной уборке города. Есть моменты, где недостаточно приобретено инструмента, который будет использоваться для раздачи населения, количество мешков. Вот эту ситуацию мы сейчас в течение 2-3 дней поправим. Управляющая компания, они доукомплектуются и будут работать. Большая весенняя уборка города уже началась. Все службы в полной боеготовности. Скоро подключатся и самарцы. Горожане настроены выйти во дворы, чтобы привести их в порядок. Управляющие компании предоставят людям краску и известь и необходимые инструменты. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Ямам-бой. Дорожная инспекция Самары ежедневно контролирует состояние дорог в городе. Выписываются десятки претензий строительным компаниям. Владельцы выплачивают многотысячные штрафы. В очередной рейд по Кировскому и Промышленному районам отправился и наш корреспондент. На улице Олимпийской транспорт не разгоняется. Многочисленные ямы – одна из причин. Здесь нередко происходят аварии. А ведь гарантия на комплексный ремонт дорог – 5 лет. Подрядчик обязан за свой счет устранить дорожные огрехи. Это контролирует муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» и ГИБДД. На сегодняшний день госавтоинспекции составлено 420 административных материалов в отношении должностных лиц за ненадлежащее состояние
улично-дорожной сети города, и 40 юридических лиц привлечено к административной ответственности. В отношении юридического лица административная ответственность от 200 до 300 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тысяч. Пока идет ямочный ремонт, а работать картами не позволяет погода. Сегодня устранение замечаний идет литым асфальтобетоном. Задача стоит сегодня – это обеспечение проезда, безаварийного, так сказать, проезда по всем нашим улицам. А при наступлении положительных температур будет выполнен качественный, уже полномасштабный ремонт на всех этих гарантийных объектах. Под каток в первую очередь попадают самые разбитые улицы. Ремонтные бригады реагируют как на предписание ГИБДД, так и обращение горожан. В этом году уже приведено в порядок более 22,5 тысяч квадратных метров. Самый большой объем работ проделан в Кировском и промышленных районах Самары. На очереди ремонт улицы Алматинская. Ее содержит МП «Благоустройство». Сегодня план скорректируем. Выйдем на ремонт этой дороги. Мы с ГАИ, в принципе, находимся, вернее, общий язык у нас найден. Госавтоинспекция выдает нам предписание, мы эти предписания выполняем. Все идет по плану. В Самаре ямочным ремонтом охватят 37 тысяч квадратных метров дефектных участков. Это позволит поддерживать дороги в сложный весенний период. Как только наступят благоприятные погодные условия, начнутся полномасштабные работы. Принимать дороги будут не только специалисты, но и общественники. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Продажи «Лады» растут. Спрос увеличился в основном на X-Ray и «Весту». Сколько «АвтоВАЗ» продал машин, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена нефти сегодня превысила 54 доллара за баррель впервые с начала марта. Валюта дешевеет. Курс на 6 апреля. Доллар 55 рублей 89 копеек, евро 59 рублей 69 копеек. Золото стоит 2288 рублей, серебро 33 рубля 35 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 50 копеек, дороже всего продать за 56 рублей. Российские туристы возвращаются в VIP-сегмент. Спрос на дорогие туры вырос на треть. И без того недешевую Доминиканскую республику все чаще меняют на еще более дорогие Сейшелы и Мальдивы. Минздрав планирует серьезно бороться с курением. Среди инициатив ведомства – увеличить рабочий день курильщикам и сделать единую упаковку для всех пачек сигарет, где не будет ничего, кроме названия, единым шрифтом. Но ФАС идею с безликой пачкой уже не поддерживает. А АвтоВАЗ повышает продажи. С начала года плюс 8%. Только за март реализовали больше 25 тысяч машин. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. В магазинах Самарской области нашли испорченные котлеты и фарш. Их обнаружили инспекторы Самарского управления Россельхознадзора. В супермаркетах Тольятти они отобрали пробы мясной продукции. Так, в охлажденном курином фарше из Ростовской области было превышено количество вредных микроорганизмов. Такие же показатели обнаружили и у котлет собственного производства одного из супермаркетов Тольятти. Высокое содержание вышеуказанных микробов свидетельствует о порче продуктов и может вызвать пищевое отравление. На Тольятти «Азот» пришли с обысками, сообщает РБК. По словам пресс-секретаря завода Дмитрия Масолитина, работают несколько десятков сотрудников полиции и Следственного комитета. Причиной обысков следователи назвали аварию, которая якобы произошла на Тольятти «Азот» в январе 2016 года. Однако, как утверждают представители предприятия, никаких ЧП в этот период не было. В Самаре частично перекроют Московское шоссе. Ограничения введут в районе мехзавода. Это связано со стартом работ по обустройству новой проезжей части. Так, проехать по Московскому шоссе на участке от улицы Анжерской до улицы 4 квартал можно будет только по двум полосам в каждом направлении. Помимо этого будет закрыто движение по улице Банной в районе пересечения с Московским шоссе. Объезд будет осуществляться через улицу 4 квартал. В Самаре открывается навигация по Волге. С 5 апреля начнет работать паромная переправа до Рождественна. С 7 апреля начнется навигация по маршруту Самара-Ширяево. Сюда будут ходить ежедневно и делать остановку на поляне имени Фрунзе. С 14 апреля открываются остановки Гаврилова поляна, Подгора, Нижний пляж и Шелехметь. С 28 апреля Зольная, Богатырь, Солнечная поляна, пляж имени Фрунзе, Зеленая роща, Осипенко и Винновка.
Из Челябинска за самарским опытом. С визитом в регион прибыла делегация во главе с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Шалем. Особое внимание гости планируют уделить строительству доступного жилья в рамках социально ориентированных программ и завершению строительства домов обманутых дольщиков. Какие объекты показали гостям в качестве положительного примера, расскажет Лариса Шалафаст. Одна из интересующих делегацию тем – проблемные недостроенные объекты. Сейчас в Челябинской области насчитывается порядка 6 тысяч дольщиков. В нашем регионе эта цифра наполовину меньше. За последние несколько лет в Самаре активно достраиваются крупные объекты. Один из них – долгострой на улице Карла Маркса. В недостроенном состоянии дом на Карла Маркса был больше 10 лет. Это один из самых крупных недостроев в Самаре. Все это время свои квартиры ждали 314 человек. Работы здесь возобновили в 2014 году. Достраивал здание областной фонд жилья и ипотеки. Работа регионального фонда заинтересовала участников делегации из Челябинска, где создана похожая организация. Хотим изучить опыт Самары в части работы фонда именно с программами переселения. Мы слышали вот о вашей программе «5 кварталов». Это нам весьма и весьма интересно. И хотим попытаться что-то подобное реализовать у нас. И вот этот взаимный обмен, который произойдет, и взаимное общение придаст дополнительный импульс к дальнейшим каким-то изменениям, может быть, или дополнениям к тем программам, которые работают вот на территории, где идет комплексная застройка. Также особое внимание гости региона планируют уделить темам строительства доступного жилья в рамках социально ориентированных программ, строительству арендного жилья и участию в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. Знакомые темы с чувашским колоритом. В Самаре с гастролями Чебоксарский драматический театр. Актеры выступают на площадке нашего муниципального театра «Камерная сцена». А в это время актеры из Самары покоряют чувашского зрителя. На первом спектакле побывала Марианна Мирная. Бабушка, здрасте! Где-то я вас видел, кого-то вы мне напоминаете. «Одни в городе» или «Веселые уроки ОБЖ». Спектакль Чебоксарского драматического театра пользуется большой популярностью на родине. Но актерам всегда любопытно, как их примут во время гастролей. Интересна публика в каждом городе. Город бывает, по-разному принимает зрителей. И ты думаешь, почему здесь именно так вот реагировали люди. Вот. Потом понимаешь, что, может быть, так и надо. Чебоксарский театр считается одним из старейших в России. Его история насчитывает около 95 лет творческой жизни. Зная, что в Самаре зритель искушенный, спектакли привезли на любой вкус и цвет. И комедию, и мелодраму, и детский познавательный. Как вести себя на улице, как вести себя с посторонними, чужими людьми, как не потеряться в своем городе. У нас эту постановку очень поддержала МЧС. И когда мы в Йошкар-Олу поехали с этим спектаклем, наш МЧС уже позвонил туда и сообщили, постарались как можно больше детей собрать. Такие гастроли называют обменными. Пока чебоксарцы играют спектакли в Самаре, театр «Камерная сцена» осваивает площадку чувашских коллег по цеху. На суд чебоксарского зрителя повезли 5 своих лучших спектаклей. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События. Самарский взгляд на повседневную жизнь завораживает, впечатляет, вдохновляет. Подведены итоги 8-го открытого конкурса фотографии. В этом году на суд жюри свои работы прислали почти 200 авторов из 17 регионов России и Казахстана. Лучшие фотографии выставлены в галерее «Новое пространство». На церемонии награждения лауреатов конкурса побывала Марина Матвейшина. Туманности и горы, ангелы и балерины. Серия фотографий среди миров – одна из самых красивых и загадочных на выставке. Посетители предполагают, фотохудожник запечатлел причудливые формы облака или дым в небе. Но все оказывается куда приземленней. Трещины на ноябрьском льду. Потому что мы чаще видим это там, наверху. Но никому в голову не приходит посмотреть под ноги. Наступить на первый лед на озере и увидеть вот это небо там, в толще льда. «Черный квадрат Фиделя» серии фоторабот Кристины Кормильциной отражает настроение простых кубинцев и их отношение к смерти национального лидера. Когда, в общем-то, все ленты агентств были заполнены новостями о том, что Фидель скончался, мне показалось, что было бы очень интересно для меня оказаться именно там, где народ прощается со своим национальным героем, со своим вождем. Пожалуй, в истории таких случаев очень немного. И поэтому интересно было действительно запечатлеть это историческое событие.
В галерее «Новые пространства» почти 200 фотографий и десятки фотографов. Здесь подводят итоги 8-го открытого городского конкурса «Самарский взгляд». Мы больше стали соответствовать названию нашего конкурса «Самарский взгляд». Очень много фотографий связаны с городом, с жителями города. И что самое интересное, вот этот самарский, называется «Самарский взгляд», но еще есть некий такой взгляд на Самару и самарцев, людей из других регионов. Вы открываете звездный путь российским молодым фотографам, и немолодым тоже. 70-летний победитель в номинации, он омолодел. Он вчера, когда не знал еще об этом, он омолодел, сейчас его вижу, он помолодел, ну, лет на 10. Авторы представили работы в номинациях «События», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди и повседневная жизнь» и новые в этом году номинации «Город, который любит футбол». За время своего существования конкурс «Самарский взгляд» стал одним из самых престижных среди тех, что проводятся в России. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, «События». В Самару приехал президент Федерации хоккея Владислав Третьяк в очередной раз открывать турнир юных спортсменов. Главный трофей, кубок, легендарный голкипер, введенный в зал славы НХЛ, победителям будет вручать сам. Новости спорта от Сергея Кизоркина продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». На льду легендарного ледового дворца спорта стартовал кубок Владислава Третьяка. Самарский турнир по хоккею с 10-летней историей. На церемонию открытия приехал сам легендарный вратарь. Много-много лет тому назад наша команда ЦСКА здесь была на сборах. Мы, я помню, играли в этом дворце. Вот, он уже верой и правдой служил хоккею. Надеюсь, что действительно в скором будущем вы меня пригласите на открытие нового стадиона. В турнире играют 8 команд из Краснодара, Пензы, Ижевска, Ярославля, Москвы, Уфы и, конечно, Самары. Капитан пензенской команды, 10-летний Никита Афанасьев, рассказывает, настрой боевой, ведь все в команде болеют хоккеем. Мои родители хотели, чтобы я катался на коньках, и выбрали меня хоккеистом. Хочу стать известным. Хочу играть, как Овечкин в Кэпиталс. Желающих играть много, мало льда, говорит президент Российской Федерации хоккея Третьяк. Поэтому после 2018 года в стране планируют запустить федеральную целевую программу по строительству хоккейных стадионов. С 2012 года количество катков у нас очень сильно возросло. Порядка там 12 катков мы построили с 2012 года, именно крытых катков, это не считая тех площадок, которые во дворах, хоккейные коробки осуществляются, и количество участников, именно вовлеченных в процесс хоккея, резко возросло. В этом году участников «Золотой шайбы» выросло в 5 раз, то, что мы провели. Сегодня вот в этих соревнованиях только имени Третьяка приняли участие только 2000 человек. Детский хоккейный всероссийский турнир завершится в пятницу, 7 апреля. В финале определится сильнейшая команда, которой и достанется кубок Владислава Третьяка. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В четверг, 6 апреля, в прямом эфире телеканала «СКАТ» глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы жителей и расскажет о решении актуальных городских задач. Разговор затронет темы генеральной уборки города, планов по развитию городской инфраструктуры в 2017 году. В числе важных вопросов – ремонт дорог, благоустройство общественных зон, подготовка к чемпионату мира по футболу и многое другое. Звонки в студию принимаются по телефону 927-98-78. Начало эфира в 19:00. И это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До встречи!